Французское криптосообщество с оптимизмом смотрит на финансовую политику Макрона. Несмотря на то, что президент Франции до сих пор не изложил свою позицию, многие эксперты знают его как сторонника технических инноваций и верят, что он окажет поддержку новым стартапам в индустрии криптовалют. Команда новостного портала CoinIdle изучила мнение представителей французского криптосообщества и заявляет, что индустрия криптовалют страны ожидает, что политика Эммануэля Макрона будет содействовать более широкому принятию биткоина во Франции.